Добрый вечер всем, кто в эту промозглую погоду пришел в уютный клуб «Трамплин» погреться. И всем тем, кто пришел после работы домой отдохнуть и немного побить баклуши, посмотрев живое ТВ. Сегодня, в течение следующего часа, мы будем бить баклуши с профессионалами в этом деле. Встречайте, группа «Баклуши Пит». Я вам представляю лидер группы Александр, а Александр, в свою очередь, представит всех остальных музыкантов. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сделаем вид, что мы только-только вот встретились с вами. Давайте еще раз, пожалуйста. Так хорошо было. Вот, здорово. Здорово. Александр Певный, это так зовут меня. Я сейчас представлю всех коллег. Друзей, с которыми мы представляем боевую единицу под названием «Баклуши Бит». Слева, чуть за спиной, Михаил Коночев, один из лучших бас-гитаристов в стране. Барабанщик, которого не всегда хорошо видно, Михаил Зюлин. Зато всегда хорошо слышно. Хорошо слышно всегда. И не всегда. Справа от меня крайний, с совершенно замечательным галстуком, Виктор Дидюра, гитара. И наш музыкальный руководитель, аранжировщик, композитор замечательный, музыкант, Константин Тарабрин. Да, но если, например... В группе Сакмаров бэнд барабанщика обычно загораживает мужчина в красном. Сегодня барабанщика будет загораживать девушка в красном. Девушки, аплодисменты, пожалуйста. Значит, я сейчас прошу наших телезрителей. Я вам напоминаю, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru. Заходите в чат, задавайте ваши вопросы музыкантам. И я обращаюсь к нашим гостям, собравшимся в клубе «Трамплин». Вы тоже придумайте вопросы, я всегда подойду к вас с микрофоном, вам достаточно просто поднять для этого руку. А сейчас я хочу попросить наших сегодняшних гостей исполнить первую композицию. Что мы и сделаем сейчас. Итак, тишина, барабанная дробь. Первая композиция. Побывать, чтобы увидеть, как плавятся горы, как уходит река в небеса, притяжение законом назло. На руках стариков время венами пишет узоры. Вам бы здесь побывать, чтобы всем наконец повезло. Вам бы здесь. Вам бы здесь побывать. Вам бы здесь. Вам бы здесь побывать. В этом воздухе адреналин я вдохну. Две дорожки. Вот на запад одна, а другая лежит на восток. Я живу здесь один, переполненный сладкою дрожью. Вам бы здесь побывать, кто бывал здесь уже не жесток. Вам бы здесь побывать. Вам бы здесь побывать. Thank you.
здесь побывать, чтоб увидеть воочию, как понравится птицам рассвета зерно вещих снов, как ваш северный день обернется вдруг южною ночью, как сияет над морем в ночи паутина миров. Вам бы здесь побывать, вам бы здесь побывать, вам бы здесь побывать, вам бы здесь, вам бы здесь побывать. Спасибо. Я предлагаю сейчас немного вернуться в прошлое и вспомнить историю группы. Ну, история очень простая. Мы встретились все в возрасте уже не мальчуковом. И когда мы встретились, мы объединились за столом. На столе были соответствующие этому случаю Виноградные напитки, назовем их и так. И пшеничные тоже, да. Ну, и на каком-то этапе мы решили, что помимо того, что мы можем за столом, мы можем еще вместе вот здесь играть, тут петь. Вот так и получилось. Это было в 2004 году. И с тех пор состав группы не менялся? Менялся. У нас было очень много... Вот смеется барабанщик, у нас было очень много барабанщиков в нашем составе. Не мытьем, так катанием мы пришли вот к нынешнему составу. Не так давно, вот летом прошлого года в коллектив влился Михаил Конычев, басист. До этого на бас-гитаре играл барабанщик. В общем, такой винегрет получился. В итоге мы уговорили Михаила Зюлина сесть за барабаны, басиста играть на бас-гитаре. В итоге вот получилось то, что получилось к сегодняшнему дню. Наверное, все-таки все знают, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Кто не знает, бит в переводе с английского означает ритм. За ритм в музыке отвечают барабаны. Наверное, барабанщики все постоянно бьют баклуши, поэтому такой конвейер барабанов. Вот, барабанщик. Вот про баклуши я бы аккуратнее, потому что вот на слух всегда это... Вот баклуши, такое безделье. Мы назвались только потому что вот все, что звучит отсюда для слушателя, для зрителя, это каторжный труд. Поэтому вот мы постарались как-то назваться так, чтобы этого не ощущалось. Баклуши и бит. Получилась игра слов. А там много значений. Это уж, пожалуйста, в словаре Брокгауза и Эфрона. Там много значений. Ну, например, помимо безделья. Во-первых, баклуши изначально это не безделье, это легкая работа, которую выполняли подмастерья для мастера, который изготавливал ложки для дорогих гостей. Это важный момент. Есть еще значение, что баклуша это подпора в шахте на самом деле. Есть значение баклуша музыкальный инструмент, тарелка. Вот, так что выбирайте на вкус. Опять возвращаемся к барабанам, все завязано. Тарелка, ритм. Вот, примерно. Где-то вот между этим всем и срослось название, поэтому и мы в итоге вот как-то играем между стилями. Вот. Ага, так, хорошо. Тогда, наверное, после следующей песни мы поговорим о стилях. Ну, попробуем. Но сначала споем. Хорошо. И сыграем.
«Видали, дали» — так называется следующая песня. Пожалуй, нам повезло, лови, дружище, весло. Нам больно плыть хоть куда, туда, где нас нет. К тому же есть паруса, и что лицом показать? И звезды манят туда, где нас еще нет. Оставь надежды на сон, глаза открой, брат, Ясон. Дурные птицы летят туда, где нас нет. Когда наступит рассвет, волна наш вымоет след. Любимые выпьют яд за то, что нас нет. Хорошо там, где нас нет. Вот и хорошо, а где мы есть души свет? Где лежит руно, сдурел компас? Видали, дали мы, но лишь одна ждет нас. А дали, дали, о, дали, дали, е, дали, дали, ах. А мы видали эти, дали, дали, о, дали, дали, е, дали, дали, ах. А мы видали, читали, дали. Друзья налили крюшон, нас значит все хорошо. Без драки вечер прошел, какая скука. А мы, а где же мы есть? Не там и вроде не здесь. Мы ищем, где бы осесть стрелами лука. Хорошо там, где нас нет. Вот и хорошо, а где мы есть? Туши свет, где лежит руно, сдурел компас. Видали, дали мы, но лишь одна ждет нас. А дали, дали, о, дали, дали, е, дали, дали, ах. А мы видали эти, дали, дали, о, дали, дали, е, дали, дали, ах. А мы видали эти, дали, дали, о, дали, дали, е, дали, дали, ах. А мы видали эти, дали, дали, о, дали, дали, е, е, дали, дали, ах. Некоторые музыканты считают, что разделения на стили в музыке нету, что есть музыка хорошая, а есть музыка плохая. А как же считают наши сегодняшние гости? Вы знаете, мы считаем точно так же, на самом деле, как, вот, как не парадоксально. Потому что, вот, ну, Бог его знает, узконаправленный стиль в какой-то момент становится скучен. Вот, когда это происходит на стыке, возникает некий интерес. Мы пытаемся это делать. Насколько хорошо у нас получается, судить зрителям, но мы стараемся.
То есть то, что принято, как музыку принято делить: рок, поп, джаз, блюз. Ну, может быть, кто-то из коллег меня поправит, но, по-моему, рока в России уже нет давно достаточно, вот как такового. Поэтому говорить о понятии рок-музыка просто смешно. Вот, ну. То есть из этих стилей вы бы свою музыку скорее отнесли бы к поп-музыке? Ну, в общем, да. Ну, скорее бы отнесли просто к музыке, Саша. Скорее просто к музыке. А что это? Вот, ну, бог его знает. У нас еще будет несколько песен впереди. Вот, может, мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Хорошо. Вот давайте мы начнем со зрителей в зале. Кто бы первый хотел высказаться на тему стиля? Может быть, вы не согласны с группой, а может быть, наоборот, вы хотите согласиться? Ну? Кто? Кто сегодня смелый? Хорошо, тогда пока вы подумаете на тему стилей, музыканты сыграют следующую композицию, а потом пойду мучить уже выборочно сама. Хорошо, готовьтесь мучиться. Мы пока споем. У нас мы свою программу делим на некие блоки, что ли. Точнее, не блоки. Ну, пытаемся делать логично. Вот следующая песня у нас из цикла. О, на циклы. Вот, вспомнил слово. Следующая песня из такого социального цикла о футболе и не только. Не унять ни песен, ни слов, что поделать, Родина просит. Вот и прет изо ртов зной мороз и в рыжую осень. А ты прости, мать, за это амбре, в этом и восторг, и печали. Мы вот за углом во дворе по полтиннику, мы только в начале. Можно в золоте и на серебре под неоны взгляды косые, те же яйца и тоже амбре, да и чувства, тарифы другие. Глянь на звезды, ладонь разожми, вот тебе на нужды конторы по рукам, по полосочке СМИ. Мы же знаем, где наши офшоры. Оле, оле, а то не ветер в поле, а то базар одоле, да шуршат хрусты. Оле, оле, а мы сильны в футболе, сила есть и воля помечтать мечты. Все свои, мать, ну что тут жалеть? Да бежим, да берем, нарисуем. Вот наш пряник на вашу плеть, мы же пьем, а значит рискуем. Даст наотмашь, так надо брать, и понимать тебя не убудет. Мысли шире электорат, если бьет
о, может и любит. Оле, оле, а то не ветер в поле, а то базара доля, да шуршат хрусты. Оле, оле, а мы сильны в футболе, сила есть и воля помечтать мечты. Оле, оле, yeah, оле, yeah. Оле, yeah, оле, yeah. Оле, а мы сильны в футболе, сила есть и воля помечтать мечты. Ни песен, ни слов. Что поделать, родина просит. Вот и прет изо ртов сной мороз и в рыжую осень. Спасибо. Оле, оле, Россия вперед! А как у музыкантов складываются отношения с футболом и вообще со спортом? У музыкантов трудно складываются отношения с футболом, за исключением меня. Вот я единственный, который болельщик всего этого дела. Но это такая определенная форма мазохизма. А за какую команду болеете? За сборную России, конечно же. За какую можно болеть? Гладкий как мяч. Здесь, правда, вот находится приятель, который не так давно прилетел с земли обетованной, вот, который сборная России в прошлом году вот так вот замечательно проиграла. Жестоко, Вадик, жестоко. Но там на четверть наш народ, поэтому кто с кем. Так, ну у нас кто-нибудь из зрителей готов высказаться на тему стиля в музыке? Да, конечно. Представьте сначала. Меня зовут Дмитрий, фамилия моя Виларский. Сейчас сидел и размышлял вот на тему как раз стиля. Поп, не поп, рок, не рок. Вот. И потом, как ни странно, вот такой возник вопрос. А зачем? А зачем вот классифицировать? Вот у нас такое удивительное свойство человеческого организма. Обязательно что-нибудь зарегламентировать, заклассифицировать, обязательно как-то назвать. Зачем? Классная музыка, замечательные ребята. Играйте для себя, для нас всех. Мы будем только довольны. Называть не надо обязательно. Спасибо. Мнение. Спасибо. Но опять же, слово «класс» от классифицировать. А кто-нибудь еще готов высказать свое мнение? Да. Меня зовут Анна. В одном из клубов была дивная аннотация к творчеству ребят. Назывался это «Интеллигентный софт-рок и вообще клевые дядьки». Я вспомнил еще одно определение. Правда, был другой состав. Некто из телеведущих и радиодиджеев Кирилл Кальян, вот как-то вот я не знаю, где он сейчас, обозвал творчество, но это был, правда, подчеркну, другой состав. Он назвал это постиндустриальным панк-роком с элементами кантри и джаза. Ну, это он выбирался. Вау! Но мне запомнилось, потому что так клево на самом деле. Может быть, оно это и есть, если уж хочется как назвать. Мы на самом деле вот каждую репетицию вот придумываем себе стилистику. Надо вот будет скоро записывать и вот выдавать так на гора вот на вопрос. Да, как называется наш стиль сегодня? Как сегодня мы его назовем? А вот как? Как нога встала вот так? А давайте сейчас что-нибудь более приближенное тогда к панк-року. К какому? Как к панк-року. К панк-року? Нет, вы знаете, мы скорее сейчас вот, опять-таки,
Кто имеет маломальское музыкальное образование, 11/8 размер, может, что-то и скажет, а мы просто споем песню, которая называется «Ангелы». Помнишь, как ангелы бились в окно дивными крыльями белыми, белыми? Мы испугались, было темно, и не пустили их, что же мы сделали? Помнишь, как ангелы бились в окно? Мы испугались, было темно. Помнишь, как ангелы бились в окно? А мы? Помнишь, как снег этот город укрыл? Я не пойму, одеялом ли, саваном? Может, то перья ангельских крыл? Грустный февраль на прощание оставил нам. Помнишь, как ангелы бились в окно? Мы испугались, было темно. Помнишь, как ангелы бились в окно? Как снег в этом мире сплелось, нам тетива тихонько играет. Если еще умереть не пришлось, эту ошибку так просто исправить. Помнишь, как ангелы бились в окно? Мы испугались, было темно. Помнишь, как ангелы бились в окно? А вот, кстати, что касается музыкального образования, у кого-нибудь из участников группы оно есть? Ой, нифига нету, мы так, на ощупь. Я знаю, размер 11/8 выучил за несколько лет. Вот так. Нет, ну на самом деле... А одна четвертая, одна вторая. На самом деле... Четыре четверти. Ну, четыре четверти... А, тоже знаю, кстати говоря. Ну, на самом деле, с музыкальным образованием, с профессиональным, у нас вот Михаил Кончев и Виктор Дидюра. Вот. Да, это отдельных аплодисментов стоит. Собственно говоря, они нам всем остальным и подсказали, что это вот было 11/8. Ну, Костя, музыкальная студия, хотя он физик-ядерщик у нас. Вот, по изначальному образу. Тоже стоит того, стоит аплодисментов. И полиграфист за барабанами сидит. Вот так как-то. Усы накручивает. Вот. Ну, а я учился театральной режиссуре, как-то не доучился, вот, пою. А помимо музыки, чем вы занимаетесь? Вы знаете, мы все где-то около того. Вот ей и занимаемся. Вот ей и занимаются. И занимаемся внутри нашего коллектива. Есть замечательное джазовое трио, замечательное, которое называется «Кавка». В него входят Виктор Дидюра, да, Константин Тарабрин и Михаил Зюлин. Замечательное джазовое трио. Вот. Ребята играют еще где-то в каких-то проектах, потому что как-то жить надо. Я, кроме всего прочего, там занимаюсь написанием всяких сценариев, корпоративных вечеринок, проведением. Да, вот реклама, кстати говоря. Вот, пожалуйста. Так что все где-то как-то около.
То есть музыка занимает первое место, лидирующее среди да. занятий. Да. А, так, вопрос в зал. Каламбур, вопрос в зал. Ваши вопросы, дорогой зал. Может, мы споем? Хорошо. Давайте споем. Мы, вот. Романтик. О! Ох, сейчас споем. Сейчас, подожди. Ну, стучать начинаю. Нет, о. А там, наверное, кнопочка, Саша. А, вот видишь? Опа. Здесь кнопка, оказывается, есть. Дай меня не трогать. А до этого слышно было? Хорошо, все. А, у нас есть в программе две песни. Одна сильно для женщин, а одна так сильно для мужчин. Вот мы сейчас споем для мужчин, потому что песня, которая называется «Романтика», вообще по-другому для мужчин называться не может. «Романтика». Корабли, алые паруса, подсели на мель. Знаете, капитан, сколько погоды ждем, уже 8 недель. Вот наотмашь опять бьет слепая гроза, на нас кто-то зол. Ослабела рука, потускнели глаза, изорван камзол. Столько быть навели, больше не в моготу, себе бы не враг. Будет первый прилив, дело себе найдем, взгляните на флаг. Ради юбки одной такой жизни кусок без толку прожит. Вот и флаг полинял и нас зовет за собой веселый Роджер. Вот тебе и романтика, капитан, ты с нами в доле. Один раз на абордаж, сколько будет их осолей. Вот тебе и романтика, сколько проглотили соли. Один раз на абордаж. Белые корабли, алые паруса, под килем окей. От смерти хранит то ли рок, то ли ром, то ли 1000 чертей. Ради юбки одной такой жизни кусок без толку прожит. Вот и флаг полинял, но куда-то пропал веселый Роджер. Вот тебе и романтика, сколько проглотили соли. Вот опять на абордаж, сколько было тихо солей. Вот тебе и романтика, сколько проглотили соли. Вот опять на абордаж. Сколько проглотили соли. Вот опять на абордаж, сколько было их осолей. Ждут Бенгальский залив и Атлантика, маршрут не играет роли. Вот опять на абордаж.
Спасибо. Есть у нас вопросы в зале? Добрый вечер. Меня зовут Вадим, тот, который из земли обетованной. Вопрос, а когда у вас альбом выйдет? Я все время слушаю, просто приходится в машине то, что вы мне подарили. Значит, с альбомом мы вот постановили себе задачу к маю месяцу как бы все это дело наконец сверстать и выпустить его. Если все, дай бог, срастется, к маю будет альбом. Тогда на чем молиться у стены плача все дружно? Замечательно. Кто следующий будет вопросы задавать? Хорошо, пока все молятся, следующий вопрос. А какая музыка оказала влияние на ваше творчество? Хорошая музыка, опять-таки, вот такой ответ. Что за вопрос? Это же видно и слышно. Причем, опять-таки, очень разная, потому что вот, ну, не знаю, вот, Костя, что на тебя повлияло? Страшно. Он даже ответить не может, вот список такой длинный. Ну, поскольку я уже тут молочу языком по этому поводу, я могу перечислить просто вот фамилии, коллективы, которые в той или иной степени. Это и Sting, это и Yes, это Pink Floyd, это много. Рамштайн. А, кстати, Рамштайн, наверное, тоже каким-то боком. Конечно. На интуитивном уровне, наверное, где-то. А каковы музыкальные пристрастия участников группы? Ну вот, я перечислил. Есть, вы знаете, есть много исполнителей, когда слушаешь, вот пластинка выходит, ой, хорош, покупаешь следующее, скучно. И как из этого получается такой список огромный, что вот как-то перечислять мы можем до конца вот передачи. Так, вот тут активный столик я вижу. Я иду к вам с микрофоном. Вот девушка, я вижу, она хочет задать вопрос. Ой, давайте дунем. Песенку. Давайте дунем. У вас есть такая репертуар? Есть. Слушай. Есть. Ну тогда пожелание мы выполним. Так. Барабанщик, ты там это сам. Ну, поскольку у нас вот как идет, так и идет, песенка, несколько выбивающаяся из общего контекста нашего нетленного творчества, она из цикла «Разная», вот. Ну, скорее «Разная», там уж кому как. Дунем. Я ехал домой на зеленый направо, а может и налево. Я ехал в Истоме только на перерез, мне гаишник упрямый. Может быть, Знаменский, а может и Томин. Я знаю, что пел я не очень громко. Может быть, я ехал чуть-чуть суетливо. Давай мне моргать, и говорит приятель, что-то ты такой счастливый. Давай-ка дунем. Давай-ка дунем, ай-яй-яй, давай-ка дунем. Давай-ка дунем, ай-яй-яй.
Такой прикол со мной впервые. Поморгал ему в ответ, пол никаких вопросов. Полез в кисет и очень ловко смастырил две большие папиросы. Давай-ка дунем, ой-ой-ой, давай-ка дунем, ай-яй-яй, давай-ка дунем, ой-ой-ой, давай-ка дунем. Сержант Рустам, пришла гаишница Дуня. У всех такие милые, веселые лица. И давай не моргать, мол, давай-ка дунем. Дунем, Дуня, будем веселиться. Давай-ка дунем, ой-ой-ой. Давай-ка дунем, ай-яй-яй. Давай-ка дунем, ой-ой-ой. Давай-ка дунем, ай-яй-яй. Давай-ка дунем. Ой-ой-ой, давай-ка дунем, ай-яй-яй, давай-ка дунем, ой-ой-ой, давай-ка дунем, ай-яй-яй, давай-ка дунем, давай-ка дунем, давай-ка дунем, давай-ка дунем. Спасибо. Да, вот тут уже вопрос сразу. У меня созрел вопрос. Я хочу спросить теперь про стиль не только в музыке, но и тексты. Вообще мне очень нравятся, Саш, твои песни и тексты прежде всего. Очень интересные образы, но не часто встречаешь вот у молодых групп и не очень такие. Недаром вы победили, второе место заняли на каком-то на фестивале, который проводил Макаревич, я так понимаю, Господи, да? Это было давно, но тем не менее, я думаю, что твои образные тексты вот в принципе сыграли большую роль. А вот скажи, пожалуйста, что же это за песня такая, да, на фоне того, что мы услышали в первой части? Гаишник, папиросы, дунем и так далее. Это что, дань моде? Да, потому что у многих попсовых групп и таких около попсовых, да, вот тема гаишника, сержанта, ну, она достаточно такая, вот, скажем, популярная. Нет, ну, разумеется, это не дань моде. Это конъюнктура, Саш, скажи, это же конъюнктура все-таки, да, в какой-то степени. Ну, я не знаю, это судить, наверное, не нам, конъюнктура это или нет, поскольку группа называется «Баклуш и бит», и одно из значений, вот там проснулся, там глаз расплющил, там пощупал себя, настроение какое, вот, пришли какие-то строчки вот в этот момент, вот, или не утром, например, или ночью, вот, что-то такое пришло, что-то накропал, попробовали, а хорошо, у всех срослось, давай споем, спели, что из этого получилось потом, уже судить не нам. Но конкретные задачи, чтобы это была вот конъюнктурная вот песня и потакать кому-то, вот этого не было точно совершенно. А вообще потому что, поскольку, я уже сказал, мы возраста не мальчикового, те, которые мальчикового, наверняка нифига не знают, кто такие Знаменский и Томин. Это уже не конъюнктура, так что... Спасибо. Ну, а вообще можешь на заказ? Легко. Заказывайте, ребята. Не, ну тут девушка вспомнила гаишников-сержантов. У нас участники группы «Кафе» были на той неделе со слонами. Меня зовут Светлана Большунова. Я ребят знаю давно и работала еще с группой «Бенгальский залив» Костя Тарабрина. Вообще большой ему поклон. У него замечательная музыка. И тоже очень романтическая. Да, тоже. Да, кстати, тоже в смысле, что у Саши очень романтические тексты были в первой половине концерта, а сейчас уже давай какие-то сержанты так далее. Но мы будем устраивать американские горки сегодня там. Вот глубоко копнем, не очень так, как пойдет. Кстати, кто в интернете вот смотрит, вспомнил Бенгальский залив, вот представили Костя. Ну, еще и Виктор там тоже.
Виктор Дидюра, кстати, тоже играл в Бенгальском заливе. Кто это помнит еще, знает. Замечательная была команда. Так, ну ладно, урожай вопросов. У кого следующим созрел вопрос? Поспеть надо, поспеть надо. Поем. Света, конъюнктурная сейчас будет. Сильно-сильно. Витя, цыганщины, дай, пожалуйста. Вот, вот такое вот настоящее такое, кондовое. Пальцы, как на пульте фэшн-канала губы, так и скользят по глянцу журнала кофе. Чай, понты, какая обложка, будем сами собой, котом и кошкой. Кофе, чай, потанцуем, разорви ленту скотча, отвечай, поцелуем, близится дело к ночи. Времени умолимо за полночь повернула все мои жесты мимо, кажется, ты уснула. Кофе, чай, брют Мадера, Кьянти, виски, Кампари. Я обучен манерам с бацию на гитаре. А могу и чечетку, румбу и тарантеллу. Ты пойми только четко, ночь пора тело к телу. Пальцы, как на пульсе фэшн-канала губы, так и скользят по глянцу журнала кофе. Ночь, манты, какая обложка, будем сами собой, котом и кошкой. Обдеру с неба звезды, углеводородов нарою. Как-то очень непросто между мной и тобою. Тяжело без мандата, ты же вроде не дура. Выходи хоть когда-то, выходи из гламура. Пальцы, как на пульсе фэшн-канала губы, так и скользят по глянцу журнала кофе. Ночь, понты, какая обложка, будем сами собой, котом и кошкой. Пальцы, как на пульте фэшн-канала губы, так и скользят по глянцу журнала кофе. Ночь, понты, какая обложка, будем сами собой, котом и кошкой. Как на пульсе фэшн-канала губы, так и скользят по глянцу журнала кофе. Ночь, понты, какая обложка, будем сами собой, котом и кошкой. Пальцы, как на пульсе фэшн-канала губы, так и скользят по глянцу журнала кофе. Ночь, понты, какая обложка, будем сами собой. Вот. Так, ну и каков в зале урожай вопросов? Да, с вопросами не густо как-то. Очень оригинальный вопрос. Вам его никогда никто не задавал. Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах. О!
Вопрос должен завершаться аплодисментами. Творческие планы. Ну, вот это соотносится с тем, что мы очень надеемся, что к маю месяцу выйдет альбом настоящий, взрослый, соответствующий нашему, о, блин, возрасту. Вот, далее у нас в планах фестивали, концерты и так далее и тому подобное, и хочется в итоге сыграть на стадионе Уэмбли. А куда без скромности-то? Ну чё? А поскольку в каких фестивалях задача, вы участвуете? Задача с вами более утопическая, очень хочется. В каких фестивалях вы участвовали и хотели бы принять участие? Вы знаете, поскольку мы находимся, вот то, что называется, у нас замес разностилевой, мы участвуем также в разных фестивалях. Вот равно как Пушкинский фестиваль «Живой звук», который там начинался как бардовский. Это фестиваль в Волжске, в Чувашии имени Андрея Баранова. Это та же знаменитая «Груша», на которую, вот, если все как бы сложится, мы поедем в этом году. Да, ну, много, вот «Пустые холмы», там вот собираемся участвовать. Ездим, играем. Как вы отдыхаете? О, про отдых сейчас мы расскажем много, сочно и краш. Когда коллектив вот собирается весь, мы берем, мы распределяем обязанности, берем столовые приборы, кто-то начинает резать лучок. Очень хорошо, кстати, лучок, когда вот чуть-чуть вот уксуса вот и перчиком. Это уже замечательный салат. Это если вот скоренько так с морозца прибежал, если зимой, например. Вот. И вот в интернете, вот я не знаю, можно об этом говорить, вот парализующих волю напитков. Ну, умеренно, вот чуть-чуть так хлоп, тогда стало хорошо, завязался разговор. Вот, разговор тянется, пока вот кто-то вот доделывает вот мясо, вот его тушит, да. И под горячее вот здесь вот выступает на сцену Виктор, который под горячее. Мы меняем тему, а поскольку коллектив мужской, то есть мы разговариваем о политике, о милых девушках, вот, и чередуем. О футболе мне очень трудно говорить, потому что все остальные, вот я хотел бы, иногда меня поддерживает Константин Тарабрин, вот, но долго не выдерживает о футболе. И опять же о музыке. А хорошие люди нет-нет, да выпьют, да споют. А, вот песни так пишутся все внутри коллектива. Что? Все песни ваши пишутся внутри коллектива. Вы других поэтов, композиторов не привлекаете. Нет, материал весь наш авторский, да. Вот со стороны нет ни одного человека, мы практически не подпускаем по той простой причине, что, собственно говоря, сами могем. Вот, насколько возможно там. А откуда черпаете столько вдохновения, чтобы писать такое количество песен? Да вы знаете, вот ходим по улице, смотрим на людей, смотрим в глаза, смотрим телевизор, читаем какую-то литературу, какую-то периодику, потом опять же собираемся вместе, лучок, обговорили, вот, на утро, ё-моё, из всего этого конгломерата рождается, из всех ингредиентов рождаются какие-то строчки, какие-то ноты. Строчки в основном я беру на себя, потом приношу все это в коллектив. Константин Тарабрин, берет на себя музыку. Как музыкальный руководитель, говорит, все это вот будет не так. Иногда не говорит, иногда говорит. Потом коллектив весь внимательно подумал, каждый вставил свои 20 копеек. Поругались, поставили синяки друг другу под глазом. Вот, прошло еще пару дней, сыграли, а ничего. Потом мы это все на суд зрителя, и вот так, как-то так. Так, в микрофон, пожалуйста. Повторяю, хорошие люди поговорят, да и споют что-нибудь. А, вот в этом смысле.
Тут вот задавался вопрос, причем конкретный он был поставлен, а зачем? А у нас на это есть ответ, у нас есть песня. Точнее, у нас ответ такой там, тан-тан-тарарам. Ну, это будет слышно. В общем, песня исполняется на русском языке, как говорит наш общий, как общий знакомый, у нас есть тоже музыкант, филолог по образованию. Песня исполняется на великий и могучем русском языке. Там только одно слово, почему-то ударение сдвинуто, и песня так называется «Зачем?». Наше море разбилось о скалы и просохло под солнце лучами. Но ты все же зачем-то сказала, мы останемся просто друзьями. В нашем доме нам так было тесно, то и дело толкались рублями. А теперь всего этого вместо мы останемся просто друзьями. Зачем? 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 Перекушены крепкие узы, в том числе и твоими зубами. Но как шар загоняешь ты в лузу, мы останемся просто друзьями. Я тебе дам 13% и немного борзыми щенками. Ты сама назначаешь мне цену, но не будем мы просто друзьями. Зачем? 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 Мы стоим на вершине утеса, сколько лет и руин под ногами, и никак нам не спрыгнуть с вопроса, быть или не быть нам просто друзьями. Зачем? 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 Час! Ой. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Я хочу поблагодарить наших телезрителей, кто сегодня смотрел нас, гостей, которые пришли в клуб «Трамплин». Также я хочу поблагодарить клуб «Трамплин» за его гостеприимство. Благодарю группу «Баклуши Бит» за то, что вы были сегодня у нас в гостях. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Смотрите «Живое ТВ». Напоминаю, www.tv-l.ru. Спасибо.